В общем, здесь все как бы круто, прям круто. Так, ну и давайте посмотрим, как он снимает. Всем привет, друзья. Сегодня пришел из Китая вот такой телефон Redmi Note. Пришел он в такой пупырке, целлофан стандартный почтовый. А также вот такая вот штука была. Это все интересно. Сам телефон мы уже достали, симку в него вставили. Коробка. Так, была на нем вот такая защитная пленка, ее сняли, под ней тоже пленка. Пленка, которая с завода наклеена на телефон. Просто главное, когда снимаете пленку защитную, ее не оторвать. Так, внутри такой пакетик. Кстати, съемка ведется на телефон Armor 7e. Зарядка Type-C здесь, беспроводную он не поддерживает. Ну, шнур сам по себе, ну, неплохой, хотя, как по мне, твердоватый. И блок зарядки, вот такой вот он большой, мощный, наверное, смотрим. Насколько он тут? На 3 ампера, да. Так, ну и, скорее всего, вот в этом вот пакетике какая-то инструкция. Инструкция вот у него. Ключик. И бумажки. Все, больше с ним ничего нет. Значит, сам по себе телефон хороший, летает. Кстати, и чехол вот тоже силиконовый с ним дали. Самое главное его отличие, вот его 4 камеры. 68 мегапикселей основная. Ну, из-за этого телефон, в принципе, приобретался ради основной камеры. Три кнопки. Разблокировка по кнопке не существует у него. Ну, в принципе, особо-то и не нужна. Хранилище 64, но есть возможность флешку вставлять. Redmi Note Pro, кстати, да, это Pro. И оперативки 6. Вот такой вот у него процессор 8-ядровый. В общем, здесь все как бы круто, прям круто. Единственное, что одна фотка на 68 пикселей весит 17-25 мегабайт. Ну, соответственно, ему нужно флешечку дополнительную. Кстати, здесь две симки можно вставить и флешку рядышком. То есть две симки будут работать, и флешка будет рядышком стоять. Не вместо, как обычно у нас второй симки, флешка. Так, ну и смотрим, как он снимает. Вот этот же ролик я вставлю в конце видео. Фото, видео. 4К 30 FPS. Так, этот же ролик с этого телефона я тоже вставлю. Поехали. Так, вон видим, телефон совершенно не виснет. Сейчас вот обои. Окно. Так, вон видим, телефон совершенно не виснет. Сейчас вот обои. Окно. Пойдемте в улицу посмотрим. Там, кстати, сейчас сумерки. Зима. Да, друзья, конечно, ну... По-моему, очень, очень даже неплохо. Вот мы на 6-м этаже. Давайте приблизим. Очень неплохо. Шестикратный зум. Вот так вот он снимает просто. Очень-очень, вообще, прям очень-очень хорошо. Так, ну все, всем спасибо. Такой вот мини-обзор, в основной обзор камеры. Давайте еще дома. Сумерки, сейчас, кстати, 5 вечера, и это, ну, московское время, 20 какое-то там, 6 или 7 декабря. Вот, можно паркет посмотреть. Ну все, все видно, все...
все царапины на паркете. Все видно. Вадюшек. Крутой телефон, крутая камера. Без всяких наворотов. Ну, давайте кошкин корм. Вискас. Прям вплотную и без подсветки. Круто. Круто. Все, всем пока. Ссылка на телефон в описании. Заказывайте. Прибыл, кстати, за 2 недели. Китайцы супер крутые, молодцы.